Всем привет! Вы на канале «Товар из Китая». Меня зовут Вячеслав. И у нас сегодня будет распаковка и обзор вот этой новинки. ТВС-наушники Lenovo LivePods LP3 Pro. Основная особенность этих наушников – это то, что здесь в зарядном кейсе он же является и Powerbank на 1200 мАч. От зарядного кейса можно заряжать не только наушники, но и смартфон. А также здесь есть LED-индикация. Все это сейчас будем смотреть. Итак, давайте распакуем его. Кому интересно, на момент записи этого видео наушники LP3 Pro можно купить за $18, а через несколько дней будет распродажа за $17.22. Ссылку, где покупал я, оставлю под этим видео. Ко мне приехали наушники, слегка помятая коробка. Ну, наушники сами не повредились. Вот краткая информация. Bluetooth 5.0, радиус действия свыше 10 метров. Значит, емкость одного наушника 40 мАч, а емкость кейса 1200 мАч. Ну что ж, давайте их достанем. Так, что у нас здесь? Гарантия. Китайская гарантия. User manual на китайском языке, да? А с другой стороны, как обычно, на английском языке. Дальше. Две пары сменных амбушюр. Отлично. Кабель. Кабель USB. Micro USB. Хорошо. И вот сам кейс. Такой тяжелый, скажу вам, увесистый кейс. Вот так он выглядит. И сразу смотрю, индикация левого наушника показывает, что заряжается. А сам кейс заряжен на 80%, друзья. Ну что ж, вот так выглядят наши наушники. Красно-синий индикатор мерцает. Хочет уже, чтобы мы его сконнектили. А этот что-то молчит. Хорошо. Ну, массивный, массивный такой зарядный кейс. Я еще таких не встречал. Да, вот сразу два наушника начали заряжаться. Как видите, шкала LED-индикации у нас работает. Логотип Lenovo. А вот резиновая заглушка. Давайте ее сейчас откроем. И что мы видим? Да, порт USB 2.0 и micro USB. То есть из этого порта можно подзаряжать как Powerbank наш смартфон. Я подсоединил в порт USB кабель. И сейчас подсоединю к смартфону. Обратите внимание, зарядка пошла. Да, наш кейс может также подзаряжать смартфоны. Как видите, наушники продолжают подзаряжаться. Шкала LED-индикатора об этом нам сигнализирует. И давайте рассмотрим поподробнее каждый наушник. Так, у нас тройные зарядные коннекторы. Я вижу микрофоны здесь. Сниму амбушюры. Ух ты! Как у моих Realme Buds Air Pro. Овальные. Овальные такие отверстия. Хорошо. Ну а здесь сенсорная кнопка. Ну и, как вы могли заметить, LED-индикаторы. LED-индикаторы загорелись. Это значит, что пошла зарядка или наушники готовы подзарядиться. А закрыв кейс, мы видим, сразу начинается зарядка. Открыв, видим красные огоньки, а этот правый хочет уже коннектиться с нашим смартфоном. Ну что ж, давайте сделаем сопряжение.
Достав наушники из кейса, мой смартфон их быстро определил. Lenovo LP3 Pro. Давайте сделаем сопряжение. Так, смартфон сопрягается с ними. Подключить. Все. Все. Наши наушники подключены. Заряд батареи 100%. Кодек SBC. Ну и давайте сейчас их послушаем. Правый наушник я уже вставил в ухо, а из левого мы послушаем. Я сейчас включу музыкальную композицию и поднесу его к микрофону. Итак, внимание! Как тебе сказать, как тебя позвать, не уходи в свой мир. А сейчас переставлю композицию. Ну что, мне звучание понравилось, друзья. Звучание такое насыщенное, глубокое, даже ощущается небольшой бас, но громкости немножечко не хватает. Я бы дал громкости немножко побольше. Ну а сейчас давайте послушаем, как вас будет слышать собеседник в разговоре по телефону. Я сейчас набрал номер. И сейчас послушаем, как звонок пошел. Алло. Лен, привет. 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 Я сейчас тестирую Bluetooth-наушники Lenovo LP3 Pro. Послушай, пожалуйста, как меня слышно в этих наушниках? Ну, мне кажется, что немного приглушенно. 1, 2, 3, 4, 5. Тест наушников LP3 Pro. Ну, а вот так вы будете слушать собеседника. Доброго дня, В'ячеславе. Вас вітає Vodafone Україна. Зараз може спостерігатися черга для з'єднання з оператором. Економте свій час. Вирішуйте всі свої питання самостійно з мобільним додатком My Vodafone. Завантажуйте додаток My Vodafone на свій смартфон з Google Play або App. Як вам звучання мікрофонів? Пишіть в своїх коментарях. По роботі наушників нет никаких проблем. Одинарний тап – это плей-пауза или снять трубку. Вот. Если зажать на 2 секунды, это положить трубку или вызвать ассистента. Ну вот сейчас я на 2 секунды зажал, и вот ассистент у нас вышел. Двойной тап по левому – это увеличить звук, а двойной тап – уменьшить звук. Ну а тройной тап – это следующий трек или предыдущий трек. Раз, два, три. Раз, два, три. Следующий трек. И раз, два, три. И следующий трек. Вы все видите. А вот так эти наушники сидят у меня в ушах. Не выпадают. Сидят очень удобно. И мне, в принципе, нравится. Очень легкие. И хорошо ими управлять. До 3 часов непрерывной работы, так заявлено производителем. Ну что ж, друзья, если видео было полезно и интересно, ставим лайки, поддерживаем мой канал «Товары с Китая». Ну и до новых встреч. Всем пока.